до разборный трек «Hands Up» от «Mamaland». Мы выучим небольшую часть для припева и сам припев. Начинаем с того, что мы делаем два шага вперед, начинаем с левой ноги. И садимся в такое положение. То есть ноги у нас согнуты. И руками, получается, первые два шага мы идем по себе, по себя. И когда садимся, руки у нас становятся в такое положение. И еще раз. Раз, два, три. Далее. Ногами мы делаем такое движение. То есть мы поднимаем бедро, левая нога у нас поднимается на носок. И затем мы опускаемся в то же положение. Вот, во время этого движения у нас вторая рука тоже подлетает вверх и опускается в свое положение. А, то есть еще раз. Раз, два, три и четыре. Дальше руки мы сводим в такое положение и уводим их в левую сторону. Мы были здесь и были. Левая нога у нас получается чуть разворачивается. И затем покажу, как мы ноги. Левая нога мы сделаем небольшой слайд. Потом мы становимся на нее, переносим вес на правую ногу вместе с бедром и возвращаем вес на левую ногу и тоже вводим бедро. То есть еще раз только ноги. Мы были здесь. Делаем слайд, становимся на левую, переносим вес на правую и обратно на левую. Что нас делают руки? Мы были в таком положении. Дальше мы выводим руки сюда. Потом руками мы их разводим и их немножко собираем. Это у нас идет во время слайда. Затем, когда мы переступаем, мы выводим правую руку перед собой и затем вперед. Еще раз выводим. То есть подкинули, убрали, посвели. Выводим правую левую, правую руку перед собой и затем вперед. Теперь с самого начала. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше у нас движение по сторонам, я покажу в левую сторону. Мы остановились здесь. Далее, что мы делаем руками? Мы выводим правую руку перед собой, левую тоже перед собой. Затем сводим их в таком положении. И дальше у нас идет небольшая волна вместе с руками. То есть пока мы ведем руки по кругу, мы ведем их к себе. То есть еще раз. Мы были здесь. Правая, левая. От себя к себе. Потом мы еще раз повторяем, мы отводим руки от себя и чуть-чуть становимся на носок на левую ногу. И еще раз к себе. Потом то же самое, только теперь у нас руки в таком положении уходят вместе с головой. К себе. То есть еще раз. Мы пришли сюда. От себя к себе. От себя к себе. От себя с головой. И к себе. И затем мы садимся еще ниже. И руки у нас скидываются. То есть еще раз. Мы были здесь. Правая, левая. От себя к себе. От себя к себе. От себя к себе. Теле. Дальше у нас у девочек идет небольшое перестроение. Мы делаем шаг левой ногой назад и шаг правой ногой на себя. И когда у нас идет перестроение на левую ногу, мы руки ведем к себе. Когда мы ставим правую ногу, мы чуть высаживаемся. Затем мы делаем небольшой удар. То есть мы были здесь. Мы делаем перестроение. Далее, после того, как мы остановились здесь, руки у нас идут в такое положение, и мы как бы просто их от чего-то очищаем. То есть круговые такие движения. Они каждый делают разные, кто-то делает вот так, кто-то вот так, поэтому смотрите, как вам удобнее. И пока мы шевелим таким образом руками, у нас идут бедра. По круговому движению, то есть как восьмерка. Сначала идет к зрителям, от себя, к зрителям, от себя. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяемся с первой частью. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет небольшое перестроение, там буквально два счета, и мы ставим руки в такое положение над собой. И затем мы изгибаем ноги, руки переводим сюда и собираем их. И голова у нас тоже должна двигаться. И начинается, собственно, сам припев. То есть мы пишем сюда. Раз. Далее мы оставляем правую ногу в правую сторону на носок. И корпус выводим сюда. Правая рука у нас в таком положении. И мы выводим ее сюда. Насчет головы, кто-то из них делает голову, то есть поворачивает, кто-то нет. Кто-то такая остается. И затем у нас идет сам припев. То есть мы выводим корпус вперед и ставим правую ногу, получается, на пятку. И каждый из них по-разному делает это покачивание, поэтому я покажу просто принцип. У нас получается, что мы корпусом подаем вперед. Вот. И можно чуть-чуть поднять пятку, то есть кто-то из них чуть-чуть становится на носки. Вот. И получается, что у нас акцент сначала идет в правую сторону и потом чуть в середину. Потом через низ мы переводим руку на это место и подставляем вторую еще раз. Мы выводим правую ногу в сторону и правой рукой, она в таком положении, мы ее уводим чуть за бедром. Голова может быть развернута, а может быть не развернута. Это зависит от того, за кого вы называете. Они тоже делают по-разному. И затем мы уводим эту руку диагонали. А насчет этого движения, они тоже как делают правильно, но я покажу основной принцип. То есть они покачиваются корпусом вперед. Можно помогать следующей пяткой и наступать на нее. И сам смысл в том, что они сначала делают в правую сторону, и потом чуть-чуть корпус переводят на середину. То есть еще раз все сюда. И раз, два. Потом через круг. Они собирают руку и ставят ее сюда. И во время этого круга у нас вторая нога расставляется, мы чуть-чуть разворачиваемся. И потом мы ставим левую руку, правую. И еще раз вставляем правую ногу и приходим в такое же положение. И во время того, как мы ставим руки, у них есть небольшой пауз. То есть они чуть-чуть сгибают коленки. Вот еще раз. И раз, два, три. 4 и. Дальше у нас идет повторение этого припева. То есть мы еще раз делаем. Раз, два, три, четыре, еще раз. Раз, два, три, четыре, и еще раз. Раз, два. Дальше мы продолжаем делать корпусом, мы уже в левую сторону и в середину. И мы ставим правую руку на волос и делаем такое движение. Да, то есть у нас идет. 5, 6. И мы становимся в такое положение. То есть этот припев повторяется два раза. И третий раз мы не собираем руки, а продолжаем его делать, но вот таким вот образом. И затем сводим все тело в такое положение. То есть у нас получается правая нога согнута, левая стоит у нас около головы и правая где-то на пояснице. Затем мы правой рукой, левой рукой ведем по кругу и развивающий корпус. Ей же мы бьем по коленке, становимся в такое положение, немножко сгибаемся. Еще раз. Мы закончили вот здесь вот. Пам. Раз, два, три. Зачем мы левой рукой бьем, как бы почему-то, и уходим на следующее пристроение. Все делать соединим все сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. И раз. 2, 3, 4, и 1, 2, 3, 4, и 5, и 6, и 7.
8. Дальше у нас идет, мы распрямляемся на две ноги, чуть шире плеч. И у нас пошло вот такое движение. То есть получается, что мы бедрами рисовались вверху, на солнках колени обязательно. И мы распрямляемся. У нас идет первая восьмерка, и во время этой восьмерки мы опускаем правую руку наверх в таком положении, пальцем вверх. То есть у нас идет раз, два. Когда мы закончили восьмерку, мы продолжаем двигать бедрами, но руки у нас делают вот такое движение, собирающее. То есть к себе, кружочки. И они идут, получается, первый раз чуть ниже, потом чуть выше. То есть мы сделали раз, два, три, четыре. Затем бедрами мы делаем то же самое, и правая рука у нас выводится вперед. Раз, два. Мы заканчиваем, у нас идет небольшое перестроение. Все, мы снова распрямляемся. И у нас повторяется эта тема. То есть раз, два, три, четыре. Затем мы переносим вес на правую ногу, в середину, на левую ногу и подставляем левую ногу к правой ноге. Вот. В это время вместе с переносом веса у нас двигается голова. То есть сначала вправо, назад, влево, обратно. Затем у нас идет тоже буквально два счета перестроения. И мы становимся на левую ногу, корпус у нас чуть опущен, и бедро левое выведено влево. И переносим вес. И выводим уже правое бедро. Руки на этом моменте у нас становятся в такое положение. То есть правая на левой руке. И мы, получается, как бы управляем бедрами. Да, это будет у нас конец. Давайте соединим с первого распущенного крыла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И закончим. Теперь соединим связку с самого начала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и соединим сейчас под 80%.